Это чудо, что мы еще живы, Доминик. Упиваемся собственным горем и душевной мерзостью. Но пора платить. Мы за это заплатим. Слушай, не хочу менять тему. Но как тебе кофе, брат? Вы готовы заказать? Как мы убережемся от гнева Господня, если не ценим человеческую жизнь? Если бы она не мешала мне воспитывать его так, как следует, может, он сейчас бы не оказался на самом дне. Рэй, у него параноидальная шизофрения. Мама не виновата. Никто не виноват. Что-то произошло. Эй, Доминик! Нет, это моя жизнь! Это моя жизнь! Доминик, прошу! Что ты наделал? Будь у меня дети, я бы его и близко не подпустила. Да я, может, опаснее, чем он. Он и мухи не обидит. Ваш брат в судебно-психиатрической больнице. У него тяжелое психическое расстройство. Вы соцработник? Мы можем поговорить? Уводите его, закройте дверь. Не трогайте его! Я должен заботиться о брате. Я должен, понимаешь? Я должен. Неужели не ясно? Твоя мать умирает. Томас! Ты тратишь столько сил. Нельзя бросать тех, кого любишь. Обещай мне, Доминик. Я тебя вытащу. Обещаю. Обещаю.